Тема борьбы с целлюлитом и лишними объемами красной нитью проходит сквозь жизнь практически каждой девушки. Но найти идеальный вариант бывает крайне сложно. Просто не есть. Боже мой, просто не ешьте и больше пейте. Обертывания очень прикольные. Люблю их. Водоросли, да, очень хорошо помогают. Если уж мы заговорили об обертываниях, то вот вам одна новинка. Чешок обертывания на основе лекарственных растений, охлаждающего геля и соли. Гель этот, он делает дренаж очень хороший, да, это детокс, то есть чтобы в нас ушла вся с вами жидкость, да, соответственно, запустить процессы метаболизма, которые нам будут помогать в похудении. А, значит, второй компонент – это бинты, которые пропитаны солевым раствором, да, водорослевым, как бы они способствуют на похудение. Меня, если честно, привлек больше даже не обещанный антицеллюлитный, противотечный и тонизирующий эффект, а сам процесс. В простонародье, ну, среди бывалых посетителей салонов, это обертывание называют мумией. Я ненавижу обертывание. Терпеть не могу. Я ненавижу, когда мое тело в какую-то грязь заворачивают. Мне это как-то противно. Перед процедурой мы замерили объемы, чтобы понять, в конце будет ли реально какой-то эффект. Итак, бедра 94 сантиметра. Раздевайтесь полностью, да? Одевайте одноразовое белье, шапочку, и с вами начнем. На первом этапе в кожу втирается охлаждающий гель с дренажными компонентами. Косметологи советуют любое существенное похудение начинать с обертывания чешок как детокс-процедура. Чешок – это название растения, экстракт которого используется в обертывании. Будет действие в плане только дренажа. И то не у всех. Потому что здесь нужно компоненты протолкнуть. Вот здесь солевой раствор, да, плюс там водоросли, которые позволяют проталкивать компоненты внутрь. Особых противопоказаний нет, его можно применять всем. После того, как все тело, не считая лица, намазано охлаждающим гелем, начинается мумификация. Простыми словами, меня обматывают бинтами. А они там уже чем-то пропитаны, да? Конечно, они пропитаны солевым раствором. Все, опускайтесь. Чувство холода началось с первыми прикосновениями. Хочется укутаться в теплый уютный свитер, а не в мокрые бинты. Еще и холодные. В этом прекрасном виде я, конечно же, сначала сфотографировалась, потом меня укутали в пленку и накрыли одеялом. Последнее, кстати, не столько для усиления эффекта, сколько реально для тепла. Бинты мокрые, холодные. Ну и реально не очень приятно. Через 40 минут можно разворачиваться. Да, эта процедура в общей сложности занимает чуть больше часа, но зато в это время можно почитать книжку, поспать, ну или просто отдохнуть. Вот теперь я реально ощущаю, что мне холодно. Заверните меня обратно. После процедуры мы еще раз измеряем объемы, и результат меня удивляет. Бедра 91 сантиметр. На минуточку, когда я пришла, сантиметров было 94. Обожаю процедуры, когда сразу виден результат. Из меня за час ушло 3 сантиметра воды. Да, они вернулись через пару дней, но если вам нужно влезть в красивое платье или покрасоваться на пляже, то я считаю это идеальным вариантом. Берегите природную стройность, но если что, увидимся на процедурах.